До 15 вылетов ежедневно выполняют экипажи медицинской авиации по всему Казахстану. Отмечу, это единственная в республике служба, оказывающая экстренную авиационную медпомощь населению. Ежегодно ее услугами пользуются свыше 3000 казахстанцев. За 10 лет, благодаря своевременно оказанной медпомощи, доставке специалистов в отдаленные районы, транспортировке пациентов, а также донорских органов, были спасены тысячи жизней. На сегодня выполнено свыше 22 тысяч полетов. Сотрудники медавиации также возвращают на родину казахстанцев, находящихся за рубежом в критическом состоянии. Родственники пациента или клиника подают информацию в наше консульство, которое находится в данной стране, прикладывают медицинскую информацию, консульство передает через МИД, но это достаточно быстро происходит, через МИД Минздрав, потом данные попадают к нам, мы начинаем отрабатывать. Связываемся с этой клиникой, потому что не всегда получаем подробные данные для того, чтобы оценить, объективно оценить состояние пациента.